Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Minecraft Simon Pixelmon. Добро пожаловать в наш 5-й сезон и ровно в 70-ю серию. Да, в этой серии у меня есть парочку новостей, небольшая информация, парочку изменений и парочку вещей, которые мы будем делать в этой серии, и мы подробно все вот это разберем. Не забываем угадывать покемона, в принципе, вы уже можете видеть или уже увидели на экране какого-то нового покемона, которого вам предстоит угадать. Если имеете желание, валите в комментарии и пишите, если вы уже такой сообразительный, что уже поняли, кто это. Хотя, в принципе, там не так уж и сложно, но все же. Что мы будем делать в этой серии? Ну ладно, сначала, во-первых, пойдем домой, выложим вот эту всю хрень в компьютер, и я сразу же выключу шейдеры по одной простой причине, что у меня лагает, когда шейдеры и когда камера, я хоть убейся, не понимаю почему. Майн жрет, ну допустим, даже 3 гига ему дадим памяти, и камера жрет, допустим, еще 4 гига памяти. Куда сали нахрен гига уходят? Оперативки, я вообще не в курсе, я вообще не представляю, почему это жрет настолько много, что даже вызывает какие-то лаги. Но я думаю, ничего в этом страшного нету. И в принципе мы продолжим играть вот так. Я думаю, в этом вся прелесть Пиксельмона не теряется, да? Сначала выложим вот этот весь хлам нафиг в эти сундуки. Хотя как хлам? Как хлам? У нас же скоро будет качалка Блисси, мы будем прокачивать наших покемонов. Хотя как скоро, вдруг она уже у нас есть. Увидим, я не знаю, ребят. Может уже есть, может еще нету, я не в курсе, честно. Я откуда я могу взять? Я там каких-то гастарбайтеров нанял, они мне там что-то построили. Сейчас пойдем посмотрим, что они мне там нахреначили. Но сначала вот это мы все выложили, замечательно. Кого прокачать? Наверное, все-таки Шелдона мы прокачаем. Он уже прокачался, я ему уже один уровень, точнее, я уже его немного попрокачивал, он уже эволюционировал, но все-таки я отменил эволюцию только по одной. Запалился! Нифига себе, еще и босс заспавнился. Ну ладно, не будем туда идти. Не будем. Сначала не хочу. Хочу другое что-то разобрать. Ребят, я извиняюсь, если я еще буду там запинаться, заикаться или еще что-то в этом роде. Прошу прощения, потому что у меня до сих пор еще зуб болит, точнее не зуб, а там, где он был, потому что мне вырвали зуб. Я только что пошел, хлебнул обезболивающее и сразу пошел делать новую серию. Я надеюсь, в этом ничего страшного нету, если я где-то что-то неправильно скажу. Поэтому, ребята, лайк за это, за то, что я нафиг с болючим всем ртом, челюстью сейчас сижу и новую серию делаю, чтобы потом не огрились. Эдисон, где серия? Если не будет серии, я поставлю лайк и отпишусь, если ты такой чукча, не сделаешь новую серию. Тем, кто так пишет. Сразу вот так показывайте мудакам, которые такое делают. Потому что это бесит, если честно. Когда, знаете, я там нахрен лежу целыми днями, то что не могу нахрен, да, в прямом смысле встать, потому что тут так все нахрен болит, что я не могу, так болит. А что я сюда копаюсь, если уже босс пропал? И какой-то мне чукча пишет ВКонтакте: Эдисон, ты уже зажрался, где новая серия? А я там лежу, умираю. Иди в жопу! Вот что я таким людям говорю. Я не имею ничего против, я не держу зла никого, тем более на моих каких-то любимых подписчиков, да, но на таких чукчей сразу нужно в попенцию их посылать, сразу же. И вам советую тоже так делать. Ни хрена тут нету, зачем я сюда копался? Я имел надежду найти какую-то тут шахту, но эту шахту мы уже давным-давно облутали. Так. Во-первых, точнее, я уже не помню в каких, мы вертаемся к музею. Что нам предстоит сделать в музее? Чтобы конкретно не забывать о нем, чтобы не взрывать, как многие просят, хотя я там неделю стоял и парился, как его там создать, то... И как одна моя подписчица, спасибо за идею, дала такую идею, возможность, что мы будем возвращаться к музею только один раз в 10 серий. Один раз в 10 серий мы пришли, расчистили весь хлам, который там насобирался, весь мусор, который комментировал ради музея, уже ушел. Я извиняюсь, я не хочу никого обидеть, но 70% людей, даже, наверное, на меня не подписанных, пришли, чтобы просто попасть в музей и где-то засветиться.
Поэтому раз в 10 серий мы будем туда возвращаться, вычищать весь мусор, ну, допустим, ладно, не мусор, извиняюсь, людей, допустим, да, которые, говорю, даже на меня, наверное, не подписаны, а просто чтобы попасть в музей, и будем добавлять новых людей. В этой серии я выкину уже тех людей, которые пару серий назад уже услышали о том, что Эдисон, мол, заговорил, что все, мы не будем возвращаться к музею. Они подумали, я комментировал по 100 серий в день, я комментировал каждую твою серию по 150 раз, чтобы попасть в музей, а сейчас Эдисон не хочет возвращаться к музею. Зачем мне дальше комментировать, если музея дальше в дальнейших сериях не будет? То же самое. Потому что ты комментируешь ради музея, иди в жопу. А те, кто сейчас не вылетят с музея, я, в принципе, откровенно могу сказать спасибо вам, потому что вы в курсе, что, можно сказать, какие-то там пару серий назад мы просто положили... Кого бы взять в пример, положили какой-то... Я не знаю, что больше ассоциируется... Короче, пару серий назад мы положили большого и толстого Оникса на... Вот ни хрена себе ассоциация. Большого и толстого Оникса на музей. И просто-напросто забыли, но... Искренне эти подписчики, которые меня смотрят не ради музея, дальше продолжили комментировать. Из-за этого вам огромное спасибо, то, что вы не забыли комментировать и просто не поставили дизлайки, не ушли только за того, что мы забыли про музей. Но все же мы сейчас к нему возвращаемся, выкинем всех людей, которые перестали комментировать. Это тут такие нахрен жуткие лаги, что я не могу. Я просто не могу, ребята. В этой серии, к сожалению, я не буду никого ставить, потому что я говорю, в этой серии мы тупо выкинем всех, а в следующей серии я добавлю новых людей, и так будем возвращаться к музею раз в 10 серий. То есть раз в 10 серий выкинули, добавили. Все, 10 серий подряд мы не вспоминаем о музее. Потом на следующие 10 серий выкинули, добавили. И тем самым музей еще больше будет цениться, потому что люди будут видеть, что если я перестану комментировать, то 10 серий там пойдут на смарку, потому что... А сейчас в музей мы будем возвращаться не каждую серию, как мы это делали на начале сезона, а только раз в 10 серий, поэтому попасть в музей будет еще сложнее нафиг. Поэтому, ребята, давайте приступим. Кто у нас первый вылетает? Первый у нас вылетает это сначала нам вот это нужно взять точно. Первый у нас вылетает Райчу. Перестал комментировать. Дальше по счету у нас вылетает... Фанпи. Ладно. Вылетает у нас Фанпи. Ребят, я извиняюсь, если это не интересно смотреть, как вылетают люди и, в принципе, вообще музеи, но можете пропустить, можете перемотать сразу на конец серии и в принципе, все, да, но и так это нужно иногда делать. Если ты сейчас удалишь Чуртвига, Ладно, не будем ничего говорить, а то сейчас еще одну абру заспамим. Этот у нас вылетает. Дальше. Вот сейчас у нас абра вылетает. Абра у нас вылетает. Сразу нужно вот это все я тут удаляю, ребята, чтобы потом не забыть, кого я выгнал. И добавить в музей опять того же чувака, который у нас был. Еще раз, то есть два раза в музее он будет этого. Выгоняем цибульку. Активно комментировали, но почему-то перестали. Интересно, почему? Я как раз сейчас смотрю нафиг камеру и что-то... Постричься, что ли? Это уже реально зарос так нахрен. Уже давным-давно нужно постриться, но что-то лень, ребята, такая лень. Да я думаю, у вас у всех такая лень, когда смотришь, охренеть. Ты уже, чувак, так зарос в зеркале, да? Нужно бы тебе идти постричься. Он такой... Не сейчас. И не завтра. И не через неделю. Когда-то потом. И так, в принципе, у меня. Я уже сижу и... Офигеть. Я уже не знаю, когда нужно идти постричься, но что-то как-то не доходит сходить и постричься, в принципе. Но извиняюсь, если еще прикиньте, какие-то люди найдутся, что сейчас напишут: «О, нифига себе, Эдисон, ты не постригся». Мне не нравится твоя прическа, не постригся. Ну, извиняюсь, что у меня не какие-то там модные волосы с каким-то зеленым, красным цветом, с такой зализанной челочкой, которая, наверное, каждый день подходит утром в зеркало, такая...
челку свою на пол лица. Я модница, да, с такой челкой. А, я такой красивый, я стильный. Да, нам есть такие, я не буду говорить имена, но, в принципе, какие имена? Таких, выйди на улицу, таких нахрен 90% людей, которые ходят, какие-то стильные модники, такие крутые. Да, в принципе, вы и сами можете знать, кто это такие, многие есть всяких. А, поэтому, этого мы удаляем. Этого мы удаляем. Дальше кто у нас по... Сейчас. А вот этого я удалил. Да, удалил, но я не удалил его с блокнотика. Арона... Не, Сандил, Крокорок, Крокодайл. Крокодайл это, да? Сандил, Крокорок, да, вот. Этого у меня не записан. Вот так. Лайрон. Ага, ла-ла-ла. Дальше по счету у нас вылетает... Вылетает Тедиурса. Тедиурса у нас вылетает. Сейчас мы его быстренько выкопкаем отсюда. Только я не знаю, кто этот или этот. Тут две Тедиурсы. Посиделки. Посиделочки у нас вылетают. Больше не будем посиделкать с этим чуваком. Лапрос. У меня, знаете, человек, который стоит на Лапросе, знаете, как он у меня записан тут? Например, на Лапросе есть один человек, записан у меня как Даймон Лайм. Так, так, да, так. Сейчас еще на Лапросе у меня записан Лапрос Дупло. А Дупло это вот это, Елизавета Евсеева, потому что у нее вроде ник какой-то там Дупло ведьмочки, да, я ее записал так конкретно, Дупло, но потом как бы переименовал ее, но все же. Так, выгнать. Дупло, нет, Дупло мы не выгоняем, мы выгоняем Тепига. А Тепиг это у нас кто? Никита Никитос. Никитос ты не братос. Дальше. Тепига мы выгнали. Дальше Диглет. Диджей Раш. Диджей. Вылетает у нас тоже диджей. Никакущий ты диджей. Дальше, кто у нас еще вылетает? Мистер Геймер Саня. Йоу. Прям какой-то МС. Мистер Геймер Саня. А на ком он у нас? Я как-то посмотрел два раза. Он у нас на Кабуто. Мистер Геймер. Ты не геймер. Дальше. Мистер Геймер вылетает. Вылетает у нас еще Флаффи. А Флаффи это уже вроде на минус первом этаже, что ли. Сейчас мы быстренько туда придем. Вот сюда. Флаффи Шайни. Многие, наверное, опять меня спросят, почему Флаффи, почему не Марип? Потому что Марип не показывается. То есть, вот, смотрите, я даже вам пример покажу. Вот. Почему не Марип, а два Флаффи? Потому что Марип невидимый. Вот он. Нету его. Нету тут никакого Марипа, потому что он невидимый, поэтому я заспамил две Флаффи, а не Марип, Флаффи и Ямфорос, да? Так, как бы Флаффи выгнал, замечательно, ну как замечательно, не замечательно, но замечательно, что мы это сделали. Дальше, выгнать, дальше у нас Тропинч вылетает, Туби вылетает, тут уже немного, ребят, осталось людей, кто у нас, Крубат у нас вылетает, вот он, да, вроде вот этот у нас вылетает. Как вы могли заметить, действительно много людей вылетело. Много. Да, в принципе, вот этот. Если я ошибся, напиши в комментариях, я тебя увижу, но я как-то не замечал, что ли. Дальше у нас вылетает Худ. А кто? Вот этот у нас вылетает. Дальше кто у нас вылетает? Данилка вылетает. Данилка и его друзья вылетают. Да. Этого удаляем. Чимчар у нас вылетает. Тут уже немного, ребят, осталось. Вот еще вот тут и все. Ну, в принципе, немного. Чимчар я выгнал, да. Трико. Трико у нас... Охренеть, столько людей еще, наверное, в принципе, никогда даже не вылетали, как вы, может, помните, да. Бишарп у нас вылетает. А кто у нас на Иви? Я как-то даже Иви нафиг не посмотрел.
Гласион. Я не знаю, может даже половина Иви, наверное, сейчас вылетят, которые там наверху имеют отдельный стенд, то есть на первом этаже. Но я как-то даже, знаете, забыл их прочекать, что ли. Ладно, потом прочекаем. Я действительно, ребят, просто забыл как-то. Ну ладно, потом посмотрю, потом, если там есть какие-то люди, которые не комментируют. Вы поняли. Дальше. Биллспрут у нас не комментирует. Кто у нас на Биллспруте? Кто? Вот он. Биллспрут не комментирует. Выгоняем. И тут у нас Голдин не комментирует. Вот этот не комментирует. И кто у нас дальше не комментирует? Голдин. Так, отлично. И еще у нас остался Тропиус. Вот он, Тропиус. Охренеть, я уже, ребята, запарился, если честно, столько людей выкидывать. Анжелка у нас не комментирует. Ребята, у нас Анжела не комментирует. А где? А, вот она, Анжела. Анжела, ты какая-то не Анжела, у тебя Таня имя, а ты вроде Анжела, как-то нелогично. Анжелка вылетает, у нас еще яички вылетают. Ну ты же уникальный экземпляр, ты же яички. Ты потерял эту возможность быть на каких-то легендарных яйцах. Ты потерял эту возможность, которая далась тебе только один раз. Прости, но мне кажется, большая честь быть на яичках, чем даже на каком-то там суйкуне. Я надеюсь, вы со мной согласны, да? Яички это же, ну это же яички. Как о яичках можно вообще плохо говорить? Это вообще нереально. Розовенький Дрози у нас вылетает. И еще одного Конфигла Шакл у нас вылетает, которого я забыл. А, вот он у нас. Хотя как не забыл, он просто в последнем списке был. А, вот он. Шакл. Шайни. Шайни, показывается, шайни, да, но так же, как и обычный. Поэтому большой разницы нету. Все, ребята. Выгнали мы людей. В следующей серии я добавлю новых. То есть за эту серию я просто не успею. Сейчас посмотрю, сколько серий идет. Серия уже дохрена идет, а нам еще, в принципе, нужно еще что-то сделать. У нас есть еще какая-то другая работа. Поэтому в этой серии я уже не буду добавлять людей, чтобы просто-напросто не затягивать. Если честно, я просто не успел их выбрать. Поэтому, хотя как выбрать? У меня же есть в блокноте, но, как вы знаете, у меня есть в блокноте те люди, которые комментировали еще до того, как я объявил, типа, о закрытии музея. Ну, как не закрытие музея, а о том, что мы, в принципе, больше не возвратимся к музею, то, наверное, уже половина из них тупо перестала комментировать. Поэтому нужно новый отбор начинать, и поэтому да, я не успел новый отбор сделать тех людей, которые, в принципе, сами по себе комментируют и заслуживают попасть в музей, потому что не комментируют, а не комментируют ради того, чтобы попасть в музей. Это две разные вещи. Просто попасть в музей, потому что не комментируют, и не комментируют ради музея. Это вообще нахрен две разные вещи, и за этим тоже нужно отдельно следить. Так. Ну что, добавили мы, точнее, забрали мы людей с музея. Это мы ставим вот сюда. Я еще, знаете, что хотел в этой серии поговорить? О новом сервере, которым я хочу открыть на своем проекте, как бы, на своих серверах, да? У меня там же есть два сервера Pixelmon, один бесплатный, один платный. Кстати, на бесплатном разрешилось, вот видите, как-то я странно сказал, спаривание покемонов, то есть вы можете уже зайти там поспаривать покемонов и заспарить кого-то нового. Я в этом, честно, не разбираюсь, но, в принципе, мы может, даже в этом сезоне потом это конкретно разберем, но я конкретно сейчас в этом ни хрена не шарю. Да я, в принципе, не вижу возможности. Не то, что не вижу возможности, а не вижу смысла. Ну какой смысл идти спаривать Иви с Иви и получить Иви в одиночке? Ладно, Иви не пример, потому что Иви там может быть куча и... Да, например, там идти спаривать Риолу и получить еще одного Риолу. Что я буду делать с другим Риолу? Кому я его продам нафиг? Вот этому нашему песику, который сторожит наш дом, то есть нужен ли тебе там случайно Риолу, да? Я его просто возьму и удалю с компьютера, потому что это одиночка, и я не знаю. А по поводу нового сервера, ребята,
То есть, знаете, я хочу открыть какой-то новый сервер. Я устроил, точнее, сначала, перед тем, как я скажу что-то об опросе, ссылочка есть в описании, то есть, если вы хотите попасть на мой сервер или поиграть вместе со мной, там, участвовать на моих турнирах, розыгрышах, раздачах, то заходите в описание, там есть ссылочка, заходите, скачивайте лаунчер и играйте на моих серверах. Всех приглашаю. А во-вторых, я хочу открыть какой-то новый сервер. Сейчас проходит опрос в группе ВКонтакте, какой новый сервер вы бы хотели видеть. То есть там есть первый, это индустриальный. Я сразу скажу, ребята, если все-таки откроется новый сервер, я извиняюсь, что в этой серии мы ничего не делаем. Ребята, посылайте в жопу тех, кому ничего в комментариях не нравится, если вы там видите Эдисан. Это самая скучная серия в мире. Ты ничего не сделал, ты никого не словил, ты никого не прокачал. Ты просто сидел и разговаривал, отписка, дизлайк. Ух, твою нафиг, как меня бесят такие люди. И, честно, скажу честно, я всегда с вами искренне, ребята. Я люблю своих подписчиков, я пытаюсь с каждым общаться как можно лучше, с каждым дружить, но когда меня доводят до какой-то нахрен горячки, когда у меня уже мозги плавятся, то это вообще жопа, ребята, это Magikarp. Ну, я могу угадать уже, то это вообще жопа, ребята. А когда меня еще так бесит, когда я хочу с вами поговорить с камерой, вот, здрасте, как дела? Вот, поговорить, а когда мне пишут, Денисон, это скучная серия, отписка, я иду там на другого ютубера, который снимает Pixelmon раз в 3 месяца, он лучше. Иди в жопу тогда, если он лучше, что ты тут сидишь и смотришь, как я разговариваю со своими подписчиками. Не вижу в этом смысла. А, поэтому, ребята, я хотел сказать, что я буду на том сервере играть, если он откроется, какой-то новый сервер. Они уже уши запотели нафиг. Если откроется какой-то новый сервер, то я буду на нем играть. Например, если там откроется... Сейчас, я и так нифига не слушаю, просто нафиг уже уши болят. Я тут и поломал ухо одно на наушнике, так что пофиг. То есть откроется какой-то новый сервер, например, там индустриальный. В группе есть опрос, можете зайти проголосовать. Он будет бесплатным, то есть не нужно будет платить за вход. Или индустриальный, это первый вариант. Или магический, то есть там крафт, магия, всякая прочая фигня. Это второй вариант. Третий вариант — это клан вар, да, то есть что создаешь клан, хотя таким же способом, в принципе, а нет, клан вар — это когда у тебя есть территория клана, да, и у другого клана есть территория, вы как бы между собой сражаетесь. А я еще знаю плагин, который стоит на моих серверах, что как бы ты создаешь клан и приглашаешь туда людей, ну это что же точно, что в этом роде. И еще есть один, это вариант сервера, это RPG, то есть там будет Divine RPG, может тот же Towncraft, изучение модов, также и другие какие-то моды там на бэкпаки и на все остальное. То есть в группе есть опрос, вы можете зайти и просто принять участие в нем. То есть, если честно, я больше склоняюсь, наверное, к какому-то магическом моде, что ли, или том же. Ну фиг его знает, может, индустриальном, да, потому что, знаете, ребята, одно дело — это когда ты играешь в Pixelmon и это тебе нравится, но другое дело, когда ты играешь в Pixelmon и играешь в Pixelmon и опять играешь в Pixelmon и сутками играешь в Pixelmon, и через неделю это тебе уже нафиг надоело и тебе уже тошнит от этого Pixelmon, и тебе нужно немного расслабиться. Например, я играю чуть-чуть, я играю, может, полчаса в день в Pixelmon, да, например, когда серия. А я вообще не представляю тех людей, которые сидят на серверах и играют нафиг по 5-10 часов в Pixelmon. Вам вот это не надоедает, если честно? Лично мне, я даже когда захожу на свой сервер, там провести какой-то турнир раз в 2-3 недели, и я на том турнире сижу 2-3 часа, вот там качалка, я пока что ничего не хочу ее показывать. Я на том турнире сижу 2-3 часа, то после него мне хочется зайти на какой-то другой сервер. Вы прикиньте, что если я там провел турнир на каком-то сервере, да, и мне хочется зайти на какой-то другой. Я такой спокойно выхожу, ох, идем, ребята, на другой сервер. Зашли на какой-то там индустриальный,
И все, Эдисон пошел копать ресурсы, Эдисон пошел там сражаться с другими игроками, с кланами и все такое. Потому что я люблю, то есть, если честно, я не хочу играть на серверах Пиксельмона только потому, что там нужно натуры подбирать, искать нужных покемонов сутками, выменивать, вот это все. Да, люди играют, но, честно, у меня и времени нет, и вот это все. А, например, зайти на какой-то индустриальный там сервер или еще на что-то и пойти добыть себе там немного ресурсов, построить себе дом, сделать какие-то себе там машины, да, чтобы они там работали. И все. И то есть это у тебя есть? О, создали клан. Клан вар, пошли с каким-то другим кланом колбасить друг друга. И все, и это ты уже отдыхаешь. Да, можно играть там по 5-10 часов в Пиксельмон, но иногда также можно зайти и на другие сервера, и на других серверах поколбаситься. Я, если честно, давно хотел делать какой-то отдельный сезон, то есть еще дополнительный сезон там с другой какой-то там сборкой, то есть или с магической, или с РПГ, или индустриальной может, да, но теперь... Мы это же можем сделать, только мы это же можем сделать на сервере, то есть другими игроками. Мне кажется, это даже будет интереснее для вас смотреть, чем я буду играть один, или чем я буду играть со своими подписчиками, со всеми вами на моем сервере. Если вы за, ребята, то ставьте большой палец вверх, я постараюсь сделать сборку нового сервера. И, в принципе, я там буду играть, я там буду развиваться, и любой с вас, кто, в принципе, захочет, может зайти на этот сервер и поиграть со мной, и поучаствовать в этом, в той же серии, да? Если там будет, например, сезон, да. Поэтому если я как раз сейчас сижу и думаю об этом, можете действительно вот это сделать, и будет и весело для всех. Ребята, какие-то ужастики по телеку идут. И я не могу сидеть за компом, если у меня там что-то не играет по телеку. Хоть там, я не знаю, хоть там ужасы, хоть там эротика, хоть там концерты, там Стаса Михайлова или еще что-то. Я не могу сидеть за компьютером, когда у меня там в другом конце комнаты не играет телевизор. Хоть убей меня. Я даже не могу заснуть без включенного телевизора. Я не представляю почему, но у всех, наверное, такое. Ну, ладно, не будем об этом. То есть, ребят, я еще раз прошу прощения за то, что мы никого не ловили, никого не качали, мы просто-напросто повыгоняли людей, поговорили о том, что накипело, просто-напросто побазарились с вами так по душам, и, наверное, на этом мы, ребята, будем заканчивать. То есть подумайте над идеей, над сервером, если вы согласны, то предложите какие-то свои варианты в комментариях, или просто напишите там, допустим, да, Эдисон, я за, создавай новый сервер, и я, в принципе, постараюсь, да? Еще раз говорю, в жопу куда подальше посылайте тех, кто, например, сейчас напишет: «Эдисон, ты скучный! Серия скучная, а я ничего скучнее не видел с вот этой самой скучной, самой скучной серии, скучной в самом скучном мире каком-то. Иди в жопу!» Вот такие, ребята, прошу вас, посылайте сразу таки в жопу. Если не нравится, иди там на другого... Я модница, да? И его смотри. Поэтому, ребята, на этом мы уже будем заканчивать вот эту серию. Ставьте лайки, 500 лайков. Сегодня выходит еще какое-то новое видео, или еще одна новая серия Пиксельмон, или там прохождение, или ла-ла-ла-ла-ла. Вы, короче, сами знаете, да? На этом, ребята, мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.